Здравствуйте, друзья! И сегодня мы продолжаем делать мебель для детей. Даже не для детей, а для кукол. И сегодня мы будем делать вот такую красивую настольную лампочку. Опять же, из прищепки, из этих крышечек для воды двух и какого-то украшения и гофрированной бумаги. Гофрированная бумага, смотрите, как смотрится отлично, как юбочка. Вот. И вот мы, у нас уже есть видео со столиком, и вот на столик мы можем поставить вот так вот нашу замечательную лампочку. Смотрите, как красиво, и как будет приятно вашим детям. Посмотрев видео, заходите на канал, обязательно. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Не забывайте про колокольчик, чтобы следующее видео увидеть в числе первых. Итак, начнем. Итак, для того, чтобы нам сделать светильник на стол, стол мы уже сделали. А у нас есть напольный вот такой большой светильник. Да? А для того, чтобы сделать маленький настольный светильничек, нам понадобится два кусочка гофрированной бумаги, два размера крышечек и две... Ну, вернее, одна прищепка разобранная. Клеевой пистолет и какие-то украшения. Вот ленточки, полосочки. То есть сделаем в тон вот этому светильничку. Вот. Для того, чтобы сделать, первое мы что делаем, это мы должны приклеить очень аккуратно большой крышечки с зазором на юбочку. Вот с таким вот где-то с миллиметров 5-6. Мы должны по кругу проклеить нашу гофрированную бумагу. Точно так же, как мы проклеивали, когда делали большой светильник. Вот так вот аккуратненько, чтобы не было скосов-перекосов. Здесь смотрим. Сейчас нам надо сделать очень аккуратно, где-то отступ сантиметр мы должны прорезать выше крышки. Вот. И нам надо сюда загнуть ее. Чтобы она у нас загибалась красиво, вот такие вот сделаем треугольнички, надрезы по кругу. Вот. И вот так аккуратненько мы будем сейчас с вами загибать и проклеивать пистолетом. Вот так, видите, мы сделали. Теперь так вот аккуратно нам надо все это дело проклеить. Очень-очень аккуратно. Смотрите, не обожгитесь. Клеевой пистолет очень горячий. Вы можете вырезать из того же гофрированной бумаги, вырезать вот такой вот кружочек и приклеить его. Промазать по кругу вот так вот аккуратненько. И приклеить такую вот гофрированную бумажку. А сюда поверху мы сможем с вами вот так вот приклеить наше какое-то украшение. Ленточку вот так берем. И вот так по кругу ее приклеиваем. Вот видите, у нас такая получилась. Теперь низ юбочки нам надо подрастянуть, чтобы у нас такой красивый получился абажурчик. Теперь нам надо сделать ножку. Ножку делаем так же, как на большом абажуре. Только там у нас была двойная прищепка. Здесь сделаем только из одной прищепки, чтобы он был коротенький. Хорошо, ровненько склеиваем. Вот. Заливаем его в маленькую крышечку. И держим, пока он не высохнет. Вот она у меня высохла. Но я, чтобы не было здесь лишнего пространства, я все-таки довью еще клеевым пистолетом до того, чтобы она была вровень вся ровная. Вот она у нас высохла, вся залитая. Теперь мы делаем вот такой финт. Больше я никак не придумала, как вообще закрыть эту вещь. Я взяла маленький кусочек гофрированной бумаги. Вот. Приложила и растягиваю ее до самого-самого вот прям вот сильно-сильно. Так, чтобы она была по низу растянута, а здесь она
уходила стянута. То есть только низ растягиваем. Вот, растянула. Посмотрела, что здесь мне надо до этих, вот где-то так. Вот на таком расстоянии я прям вдоль всего этого дела. Здесь лишнее срезали. Я обрезаю. Потом вот это, где растянуто, я приклеиваю очень хорошо сюда. Приклеила. А это я сейчас буду внутрь вот так вот. Так как она не растянута, она внутрь очень хорошо ляжет. Чтобы здесь не было видно вот здесь вот всего, можно тоже украсить либо вот такой полоской. Вот так вот ей обвести. Либо просто какими-то бусинками, бабочками. Вот у меня есть бабочки, можно бабочками украсить, да? Приклеить их, чтобы они были, ну, как-то спрятать вот это место. Это от старых детских бус. Когда у меня ребенок был маленький, она мне собирала бусы, наверное, у всех такие есть. Вот и с другой стороны бабочку поставим. Вот у нас такая получилась подставочка, видите? Теперь нам надо на нее одеть наш плафончик. Клеим сюда клея. Побольше не бойтесь. Вот. И прям посерединке выбираем место. И вот так вот хорошо приклеиваем, хорошо прижимаем и держим. Это получилась такая настольная лампочка для, на наш столик. Вот видите, как красиво. Вот столик и лампочка. Если вам понравилось или идея оказалась вам полезной, или у вас есть знакомые, у кого есть дети, ну и девчонки в основном, обязательно делитесь с ними. Творческих вам успехов. А теперь пока-пока.